Здравствуйте, друзья! С вами Новый Геннадий Рожейн. Сегодня мы приготовим салат из овощей и из скумбрии. Сделаем, постараемся, по крайней мере, сделать это в виде символа 2019 года в форме свиньи. Мы уже для этого сварили 4 яйца вкрутую, сварили свеклу, морковку, картошку, почистили лук, припасли укроп и плавленый сырок. Сейчас подготовим, еще натрем в терку морковку, свеклу, лук, картошку, да, и яйца. То есть рыбу очистим, тоже порежем мелкими кусочками и начнем собирать салат. Еще у меня для этих целей домашний майонез есть. Сейчас я принесу. И начнем собирать салат слоями. Итак, друзья, мы все измельчили, и можно сейчас уже формировать наш салат. Только пару слов. Для быстрого измельчения я использовал вот такую сетку. То есть как бы на скорую руку старался приготовить. Картошка в сетку, яйца, морковка тоже, свекла, пропущенная в крупную терку, лук просто измельчен ножом, вот зеленый укропчик свежемороженый, рыбу, скумбрию, здесь одна рыбина, я ее разделал от костей, удалил все лишнее и порезал мелко кусочками. То есть закладывать будем слоями. Когда здесь у нас соберется весь салат, мы его просто перевернем на это блюдо и дальше уже начнем формирование уже окончательное нашего поросеночка. Итак, приступим. Итак, друзья, я перемешал сметану с майонезом, вот такая баночка получилась, и размазал вот все стенки внутри вот этой салатницы уже вот этой смесью. Потому что когда мы заложим салат и перевернем, нужно, чтобы он был смазанный. Так, а сейчас продолжим выкладывать. Начну я с яичек. Затем, кстати, я совсем забыл, у меня еще в морозилке плавленый сырок, который я буду натирать в терку. Итак, вот я решил все-таки на майонез выложить яички. Теперь выложу сыр. Так, теперь, друзья, мы выложили сыр плавленый и на него уже морковку. Сейчас будем выкладывать рыбу. Итак, друзья, теперь мы заложили селедку. У нас не селедка, а скумбрия. Скумбрия. Теперь выложим лук и смажем все это заправкой, то есть майонезом. Все, разложим. Теперь смажем майонезом. Майонез со сметаной не перемешиваем. Домашний майонез и сметана. Так, сейчас мы вот это вот так разровняемся. Итак, друзья, теперь мы свеклу выложили слой. После этого мы выложим картошку. Ну и будем дальше переворачивать. Чашечка не очень-то большая. Ну, может быть, надо было сделать меньше ингредиентов. Просто я первый раз делаю в эту миску. Давайте продолжим дальше. Итак, друзья, теперь я заложил картошку. И мы стараемся вот так вот накрыть и перевернуть. И дальше вытряхнуть все это дело. И что-то изобразить типа поросеночка. Итак, приступим дальше. Итак, вот мы салатницу перевернули на блюдо. И теперь самый ответственный момент — снять эту салатницу, чтобы у нас салат остался вот на этом блюде. Итак, друзья, наш салат готов. Вот такая хрюшка получилась. Здесь укропчик, он как бы на лужайке лежит. Или она. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до следующих встреч. С вами был Геннадий Рожейн. Пока-пока.